Продолжая рассматривать идею сокрытия своих действий и ускорения, как это будет, скажем так, в восточной традиции. В данном случае это будет раскрытие и закрытие. Раскрытие, закрытие, соответственно, с ускорением. Мы уже рассматривали статодинамический вариант, то есть мы берем палку, растягивая ее на первом движении и как бы сжимаем на втором. Соответственно, все это взяли. Раз, два. Раз, два. В динамике это будет выглядеть медленно. Раз, мы раскрылись. Два, закрылись, нанесли удар. Но на ускорение. То есть, и раз, и раз. Первое действие может быть рокен, хлёст, вариант джеба, и потом либо прямой, либо боковой. Но обязательно равным ускорением. Первым действием мы перекрыли зрение, оппонент, чтобы не видел, и вошли. Либо же отвлекли на верхнем уровне и вошли на среднем уровне. Но не вяло, раз, два. А именно равно ускоренное. Второе действие быстрее первого. И раз! И раз! Вариант, если мы начинаем с задней руки. Это будет сжатие, растяжение. Закрытие, раскрытие. Закрытие, раскрытие. Закрытие. Раскрытие. Более амплитудная работа для более мощного вложения, что в первом, что во втором случае, поэтому и раз, и раз, и раз. Любой удар, не суть какой, главным остается то, что мы более амплитудно ускоряемся. Обязательное ускорение. Поэтому цель выбирайте для начала не сильно жесткую, чтобы не травмироваться, потому что чем выше будет ускорение, тем жестче будет присоединение и, соответственно, нагрузка. И раз!